Знакомьтесь, друзья, это Альштадт. Одна из самых сказочных деревушек во всем мире. С населением приблизительно 780 человек. Но история этого Гальштата уходит еще 7000 лет назад. Мы сейчас с вами прогуляемся по старым улицам, по старым площадям. Все посмотрим, как всегда. Спускаемся вниз, в центр Гальштата. Посмотрите. Ху-ху. Какой крутой вид. Ах, потрясающе. Такие вот ступеньки здесь. И вот такой вот вид открывается на Гальштадт и на сам центр. Вот это уже центр, рукой подать. 5 минут, и мы будем на центральной площади. А пока спускаемся вниз. Ну как вам такой вид? Красота, правда? Потрясающе. Отсюда видно только крыши Гальштадта и евангелическую церковь. Сегодня рабочий день. Я думаю, будет мало людей. Тем более, я приехал с утра, так как я здесь оставался с ночевкой. В этих местах, в Зальцком Иргуте. Крыши, крыши, крыши. У кого-то даже есть терраса. И потрясающе красивое озеро. Поднимаюсь к церкви Святого Михаила. И вокруг церкви здесь расположено старое кладбище. Старое, древнее кладбище, с которым связано... Интересная история. Из-за того, что Гальштадт очень маленький городок, здесь существует традиция. Видите, здесь кладбище. Здесь существует традиция каждые 10 лет выкапывать останки людей, которые здесь умерли, выставлять на санцепек приблизительно на месяц и потом складывать кости и черепа. Складывать в костницу. Но перед тем, как отправить останки в костницу, местный художник орнаментами разукрашивает череп и потом это все направляется в костницу. И этой традиции около 300 лет уже. Последние такие захоронения, насколько я знаю, были в 1991 году. Сейчас так уже не хоронят. Последних, наверное, 30 лет. Но традиция очень интересная. И здесь находится костница, которая называется Бенхаус. Вид впереди просто потрясающий. Ах, как красиво. Просто стоишь, любуешься этой красотой, этой сказочной деревушкой, которая действительно по праву заслужила имя одна из самых сказочных деревушек в мире. Посмотрите, как красиво здесь. Какая красота. Супер, правда? И здесь также находится костница. По последним подсчетам в этой костнице находится приблизительно 1200 останков, да, жителей Гальштадта. Сейчас я вам ее покажу снаружи. Внутрь я не буду заходить, у меня уже есть видео, где я был внутри. А вот здесь находится эта костница Бенхаус. Вот здесь. И дальше идет кладбище. Вот здесь она находится.
такое вот кладбище и вот такой вид из кладбища, наверное, самое красивое кладбище. Спускаемся вниз. Здесь, конечно, очень много разных таких интересных маршрутов. Здесь можно гулять, гулять и гулять. И можно просто целый день здесь гулять. Смотрите, у кого-то дворик. Сейчас я развернусь. Вот, посмотрите. Двери, кустики. Какая красота. И деревянные, вот такие вот деревянные крыши. Уже почти спустился. Конечно, вот эти лабиринты, эти дрова, которые сложены так красиво, это прикольно очень. Так, 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 еще пару ступенек, и я уже спустился. Ну, давайте мы в эту сторону прогуляемся, потому что отсюда, с этой стороны, также очень красивый вид открывается на Гальштадт и на Евангелическую церковь. Да, здесь, я думаю, что как минимум локаций 50, где можно сделать классные фотографии. Да, гуляешь, так все смотришь, рассматриваешь. Сейчас еще не жарко, где-то около 22 градусов. И сейчас около 11. Перед этим я был в Сандвольганге. Снял Сандвольганг. Сейчас гуляю по Гальштадту уже. Уже кто-то даже купается. И вот на этой стендап падл, на этой доске катается. Все, я хотел сюда приехать, купить эту доску, но в этом году уже не получилось, поэтому, наверное, уже на следующий год. Ого, сколько лодочек. Огромное количество лодок. Сейчас еще пару метров, и откроется потрясающий вид. Часто с этих мест делают фотографии в путеводители, делают фотографии в... на открытке, например, потому что вот именно здесь, если посмотреть, сейчас немножко дальше надо пройти, если отсюда посмотреть, действительно очень красиво. Посмотрите, центр Гальштадта как на ладони. Тишина, спокойствие, нет ветра, потрясающая погодка, красота. Вот здесь действительно вид просто на миллион, а может быть и на миллиард. Один из самых лучших видов на Гальштадт именно отсюда. Ориентир, кто будет в Гальштадте, ориентир Хаус Чан или Циан. Вот здесь этот гастхаус, именно отсюда самый лучший вид. Ставьте, друзья, лайки, комментируйте и подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. А мы направляемся дальше. Спустился уже к набережной. Здесь все дома – это отели. Также есть прогулочные кораблики, которые стоят всего лишь 12 евро, один билет. Вот на такие кораблики, как вот перед нами стоит. Вот так он выглядит. И 50 минут длится поездочка. Такая мини-экскурсия по озеру. Ах, как красиво, да? Возможно, я часто говорю слово «красиво», но это действительно так, друзья. Это действительно так. Вот такие у меня эмоции. На данную секунду такие эмоции. Красота неописуемая. И если ты стоишь так, любуешься вот этими домиками, которые уходят просто в воду. Альпы, озеро, свежий такой альпийский воздух. Потрясающе. Вот я уже на рыночной площади. Это центральная площадь. Здесь самые красивые дома игрушечные, да, в Гальштадте. Также есть чумная колонна перед нами. И самый популярный отель — «Зеленое дерево». Отель, который большинство специализировался до пандемии на азиатах. Это китайцы, которые сюда приезжали. Вы знаете наверняка историю, что в Китае есть копия Гальштадта, которая обошлась китайцам 950 миллионов долларов. Да, вот отсюда тоже можно сделать красивую фотографию. Я сегодня вам показываю лучшие локации для фотографий, для видео, кто будет здесь гулять. Делайте фотки, это очень круто. А кто пожелает сюда экскурсию из Вены, с удовольствием, друзья, вам организую эту экскурсию и покажу все самое красивое в Австрии. Регион Зальцкамергут вместе с Гальштадтом и Сандвольфгангом. Здесь еще одна локация, потому что отсюда открывается также
уже с другой стороны потрясающий вид на Гальштадт. Если стоять именно здесь, у ступенек, можно получить потрясающую фотографию. Я уже здесь хорошо погулял и снял огромное количество материала, который будет как в Инстаграме Граф Будда, так и на моем канале в Ютубе. Сейчас еще немножко прогуляюсь и буду направляться дальше. Сейчас немножко умылся. Здесь есть вода. Вода стекает с Альп. Очень холодная. Набрал бутылочку воды. Отснял здесь также видео. И сейчас буду уже, наверное, направляться к автомобилю. Здесь я вам все показал, рассказал. И поеду сейчас дальше. Хотя с таких мест не хочется уезжать. Кстати, еще один интересный факт, интересная история. Покажу вам. Видите вот этот банк? Банк по-немецки, это лавочка. Вот эта огромная-огромная лавка когда-то использовалась долгие сотни лет для того, чтобы женщины, которые несут соль, здесь могли передохнуть. Если вам видно, то здесь они могли посидеть, передохнуть и направиться дальше. Очень тяжелая работа, которую выполняли женщины. И здесь эта лавочка была в действии и использовалась до 1890 года. Представьте себе, здесь они могли встать, вот сюда поставить свой рюкзак с солью и немножко отдохнуть, и потом направиться дальше. Я спускаюсь обратно на центральную улицу вниз. Я сейчас на втором ярусе, если так можно выразиться, на втором этаже. Привет, привет, друг. Заметил меня. Заметил меня. И сейчас спущусь вниз, пройдусь еще по центру, посмотрю все и уже поеду дальше.